що тепер? Ну, повинно так. Хто сказав? Подождіть, бать, нічого не. Страховка є на прицеп. Ось. Та подождите, да. Какая страховка? Там в двух случаях показывается. Причина остановки какая была? Причина остановки на причине. И что теперь делать? Я понял, что теперь делать. Ну и что теперь делать? Приеднал и уже? Бензмини напрямую. А что у вас? Что у вас было не приеднано? Как можно? Мы уже прицепили. А что не приеднано? А, этот самый. Ваш футбол посвечен. Не подключен. Это с вами? А чем, зафиксировано? Что у меня неприеднанный? Пашков Артем Сергеевич, полицейский. Хорошо, есть. Антон. Правильно? Антон. А где ваше службовое посвящение? Так все службовое. Можно ваше службовое посвящение? А это полицейский? А вы полицейский? Я без средств индивидуальной защиты не хочу. А вы полицейский или нет? Да. А что это, форменная одежда? Ваше службовое посвящение. Ваше службовое посвящение. И первое, не нарушайте 718 приказ, 20 статью закона о полиции. А я, скажите, должен на улице быть в средствах индивидуальной защиты? Что-то я первый раз нет, это слышу. Мы с вами общаемся. Я отойду на безопасное расстояние. Просто вы такую глупость сейчас сказали, что я просто... Ну, молодой человек подошел ко мне. Дайте я ознакомлюсь. Нет. Дайте я ознакомлюсь. Вы можете ознакомливаться. Слушайте. Не провоцируйте на конфликт. Ваш, не нарушайте закон о полиции, 18 статью, нет, пункт 3. А вы при исполнении, да? 718 приказ вы нарушили. Кого нарушают? Распространять вы сможете распространять. А ну держи, держи. Что вы там... А где эта глупость? Я первый раз, даже в этих антиконституционных... Все, я в защите. Вы сейчас снимете. Я говорю, покажи службовое посвящение. Да, он снимет, да, естественно. Я говорю, покажи службовое посвящение. Если ты опер, тебе все позволено. Так это не ваша личная собственность, это государственная собственность, понимаете? Вы можете потом распространять. Может, естественно, но он может ознакомиться. Распространять, понимаешь, когда ты в полицию пошел. Ручку, ой, колодшев, ну поправьте меня, колодшев Артур Андреевич. Уповноважений СКП відділення поліції. Все, перший вопрос. По 718 приказу і по 20 статті закону о поліції. Перше, де ваш головний убор? Чому ви нарушаєте однострой? Ви на службі зараз знаходитесь? Так, да? Да, будемо тепер часто їздити. А ти знаєш цих людей, так? Да? На которых это? Ну, которые избили человека. На которых мы же меняем их на смену. Это же наш... Знаете про ваш инцидент, тут, как человека избили? Вот так останавливают полицейские. И, ну, я не знаю еще, не буду придумывать ничего, сейчас едем узнаем. Да, это вот недавно. Да, он синий весь, поломанная рука человек, 130-я. Я не слышал еще. Скажите, пожалуйста, какая была причина остановки? Проверка документов. Проверка документов. Кто вас останавливал? Покажите, пожалуйста, пальчиком. Да бог я знаю. Кто там что? Скажите, пожалуйста, кто остановил данное транспортное средство? Подождите, вас остановили в движении? Вы остановили? Мы ехали, стояли. Вас в движении, машина обогнала? За трактором стоял полицейский, показал руку остановиться. А, еще вот так вот у вас происходит. А теперь скажите, пожалуйста, сошлитесь мне на закон о полиции. 35-ю статью, причина зупинки. Это первый вопрос. И скажите, пожалуйста, закон о полиции, 32-я статья, какой пункт для проверки документов? Что? Так ты же обращайся вот к человеку, он же сейчас останавливает. Ну, я со всеми обращаюсь, я же не знаю. Ну, законная причина. Так как же не останавливал? Ты понимаешь, маски сейчас что делают? Ну, нет, люди морозятся, они говорят, мы... Или вы по 63-й пойдете, как обычно вы все делаете. Вы же герои тех, можете крепить, кто не знает законодательство. Простите, пожалуйста. Так... Я хочу, чтобы вы меня, не, господа полицейские, я вас слышу, я вас понимаю. Хорошо. Не надо, не дизите, пожалуйста. Ну ладно. Не портите свои... Ну, как бы, нервно, да. Дискуссия, что -то. Дискуссия. Скажите, пожалуйста, кто из вас с остальными яйцами, как у меня, я вот, допустим, за свой поступок могу ответить. И извиниться перед полицейским, если я его оскорблю. Это называется железные яйца. Это самец. Знаете, есть такое. И вот я хочу услышать, кто...
кто обидел данных уважаемых граждан? Не обижал никто. Кто вы? Вот будут к вам вопросы, потому что вы были пойманы с документами и попыткой доколупаться. Я остановил автомобиль, но я предупредил. А вам в руки кто попросил документы? Ну, отдать, передать документы? Ну, документы я сам передал, сам. А удостоверение... Вы на будущее не отдавали, вы заложник. Я вижу, у вас тут жарко, вот, да, так, в области? Удостоверение не отдавал, техпаспорт. Ну, вам не надо давать, не вам надо. Даже страховку не надо давать. Не надо. Страховка я в двух думаю, случаях. Что мы будем теперь при совершении ДТП, потому что... И при есть составлении протокола, причины. Не постановок, протокола. Два случая. Вы же теперь все, разницу чувствуете, да? Что вы можете дать ОСАГО. Мне хотя бы, Эдик, подожди, хотя бы на мои вопросы ответ. Они у вас должны быть, страховка у вас должна быть. И вас могут пробить по МТС, по базе МТС. Подождите, не тормите. Вас по базе МТС могут и так пробить. Вы страховку должны иметь. Но показывать, выворачивать вот этот карман, у вас нету никаких. Какой пункт ПДД? У них два случая только. Почитайте закон 21 об обязательном страховании. Там увидите, кто, когда и зачем. В двух случаях. При составлении, запомните, протокола, не постановы. То есть, когда 13, протокол. 95. И перед ДТП. Водительский документ Винтербол передать в руку. Когда составляются материалы. Для чего? Для проверки документов такой статьи нету. А причины такой нету. Проверки документов вообще, как вас сейчас тут вот разводят. Понимаете? 800, какой там приказ? 718 или... 800... Прошу, про однострой? Про однострой, конечно. Вы слышали? Конечно. Скажите, пожалуйста. Да, вы не слышали про него. Головной убор, это первое. Второе, где ваш нагрудный жетон? И если вы можете просто инспекторами. Я насколько понимаю, вы как опер должны ехать на какое-то невідкладне завдання. В данной ситуации у нас получается, вы стали на таком замечательном автомобиле, как Duster 1909, и решили людей покошмарить и получить какую-то моральную, да либо нет, финансовую выгоду. Я вижу, вы туда именно людей просили что-нибудь. Недавно, мы приехали, недавно. Там мы несколько секунд. Я только встал, это самое. Ну, мы здесь будем часто, сейчас у вас инцидент такой. Мы журналисты, надзор Харькова, если слышали. Давайте у меня есть телефон. Да, я оставлю. Каналы на YouTube, это все будет освещаться. Харьков. Харьков. Да. Я это вот ДОС, это я на Байдуже. Каналы. Вы извиняться пришли, наверное. От кого алкоголем пахнет? От вас? Боже упаси, ну уж смейтесь. Ну, можно? Не-не-не, он остается со мной. Он остается со мной. Я не договариваюсь. Послушайте, вы нам не дали ни одного ответа. Были вы спойманы за тем, что вы остановили вот эту прекрасную колесницу, понимаете? И пытались им втюхать, что у них где-то что-то не горит. Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Ну, согласно пункту 9.3 по правилам дорожного руху, повинен бути приєднаний причіп, і у нього повинні... Як ви це спереді увиділи? Подожди. Скажіть, будь ласка, а як ви увиділи їх спереді? Що не приєднаний. Ви ж за ним не їхали, тільки не причину... говорите, ми їхали. І люди говорять причину остановки, сказали перевірка документів, а потім ви виявили вже якісь признаки. От в чому вопрос. Скажіть, будь ласка, уважаемый, товарищ поліцейський, ви навіть не представляєте, який я сьогодні культурний. Не похож на себя даже, я его не узнаю. Но я провожу с ним беседу. Понимаете, вы даже не представляете, какой я культурный. Поэтому я хочу, уважаемый товарищ, как вас имя? Александр. Александр. Саша, мой родной. Скажи, пожалуйста, за что ты этих прекрасных граждан начал кошмарить? За то, что, послушай. Да нету такой причины. Нету такой причины проверка документов. Вы тут за разводом занимаете. А я не удивлюсь, если вы еще за 7 тонн тут крепите грузовиков. Не, боже. А если узнаю? Вопросов нету. Да? Однозначно. Смотри, хорошо. А давай пробьем по Наису. Может, у него ВИН-код еще перебитый на этом? 100%. Может, он в угоне? Ну давай пробьем, ну как? Ладно, хорошо. Какой пункт, говоришь, нарушил? 9.3? 9.3. 121-я какая? 101-я. Бери постановление, будем род для справы проводить.
От А до Я. Если что, у меня клопотание есть, поведомление есть, у меня все нормативно-правовые акты есть. Мы надо перенесем дело к вам. Ты спроси, они умеют это, они хотя бы раз это делали? Эдик, ты же видишь, я все в рамках подводишь, да? Все в рамках закона. Я только опираюсь на статьи. Если нужно, если вы что-то забыли, у меня есть книжечки, у меня есть файлики, там бумажечки есть, все прекрасно. Вот, скажите, пожалуйста, чё вы молчите? Ну вы ж их, они так вы с вами, да, наверное, разговаривали, что там, как там, да? А такой вопрос, а пил, не пил, а подышать, не дошло еще. Тут мы поймем. Только-только, ну то. Короче, мы вам сбили все, да? Нет. Скажи, пожалуйста, у вас драгер хоть есть? А какой номер драгера? 80. Какой номер драгера? 62? 62-10, 62. 62-20. Не знаю, я вам скажу. Пошли посмотрим, чтобы я же не там не ходил. Видик, а ты пока с Александром продолжишь. Не, просто может извиняться и отпустят людей. Они же тоже стоят тут. Или да. Постанову или что. Приносят свои извинения, если вы что-то были неправы. Честь имею. Вы за Чепиловки? Да, мы за Чепиловки.